Nissan готовится к штурму выбоины, сделанной дорожными рабочими Бийска. Вот сейчас перед нами состоится форсирование асфальтовой преграды. Первое левое ведущее колесо. Пилот готовится к прыжку. Что будет дальше? Дорога замерла. Дорога замерла, и мы с вами на канале Мастер Го ТВ. Мы смотрим, как штурмуются асфальтовые преграды. Асфальтовые преграды создаются на наших дорогах специально подготовленными людьми. Вы видите их сейчас перед собой. Вот они с лопатами в специальных спасательных жилетах. Их несколько, они выбрасывают осколки асфальта на проезжую часть. Вы видите сейчас их действия. И мы видим, как Nissan готовится к штурму этой искусственно созданной преграды. Сможет ли знаменитый автомобильный бренд пройти это испытание, или он встанет здесь на наших глазах? Мы это узнаем буквально в течение следующей минуты. Вот сейчас Nissan подает сигнал, и он готовится к штурму. Готовится к штурму. Его пилот настроен очень серьезно. Эта женщина работает в местной администрации. Именно она позвала этих рабочих, чтобы они испортили дорожное покрытие. И сейчас она будет проверять его собственной автомашиной. Вот так. Не каждый чиновник способен на такое. Мы с вами в городе Бийске. Город Бийск расположен на Чуйском тракте. Это Алтайский край. И мы смотрим, как представитель знаменитого автомобильного бренда готовится штурмовать преграду. Но почему-то ждет. Что он... Ага, выкручивает переднее колесо еще. Это, наверное, зря. Под таким углом ему вряд ли выйти из асфальтовой ловушки. Вот он пошел. Смотрим внимательно. Клиренса пока хватает. Вот колесо начинает на острый край. Выезжает и падает заднее колесо. Ничего. Выдерживает машинка. Nissan и здесь оказывается на высоте. Еще чуть-чуть и выйти задним колесом. Вот так Nissan преодолевает преграды. А теперь посмотрим еще раз на рабочих и на то, чем они занимаются. Мы в городе Бийске. Оставайтесь с нами на канале Мастер Го ТВ.